Итак, обзор полочек в магазине Магнит Косметик. Что нас привлекает? Нас привлекла сегодня бутылка, термобутылка. Посмотрите, материал изделия нержавеющая сталь, полипропилен, полиэстер. Ну, конечно, произведено в Китае. Стоит такая термобутылка 399 рублей. Здесь вот такая крышечка с ремешком. Рисунок на бутылочке может быть, выбрать можно разный рисунок, и цвет можно выбрать разный. То есть вот 500 миллилитров объем. Она такая легкая. Для тех, кто занимается спортом, очень удобная вещь. Гарантированное время поддержания температуры жидкости не менее 12 часов. Беречь от огня. Поддерживает температуру горячих и холодных жидкостей в течение длительного времени. Объем 500 мл. Какие интересные термобутылки. Магнит Косметик. Вот 6 таких вот салатников маленьких. 279 рублей. Ко дню влюбленных тоже здесь есть вот такие наборчики милые. Кружка 250 миллилитров. 159 рублей. Вот такая упаковочка. А еще есть чудесные вот такие вот свечи. Очень красивая упаковочка. Свечи в форме розочки. Стоят они по 70 рублей. Кисти красивые. По 499 рублей набор. Такие вот пилочки на каждый день. В форме цветочков. Такие весенние пилочки. 99 рублей набор пилочек. Можно достать еще вот такие вот в виде розочек. Спонжики набор 199 рублей. Маникюрный набор 199 рублей. Правда, я открыть не смогла. Ваз для цветов 189 рублей. Цилиндрическая форма. Для мужчин есть вот такие вот праздничные наборы, подарочные наборы 199 рублей. Здесь шампунь и гель для душа. Вот со скидкой уже идет 23%, 199 рублей. Хороший подарок. Шаума. А здесь Нивея. Нивея чуть подороже, 269 рублей. Такие вот еще есть наборчики подарочные 23 февраля. Есть вот такие вот развивающие наборы для выращивания. Стоят они 99 рублей. Вырасти меня. То есть вот нужно вырастить этого дракошу. Подстричь. Вырасти и сделай прическу. Можно выбрать на любой вкус, кого вырастить. Есть такие прыгуны. Прыгуны светящиеся. Футболки по 299 рублей есть. С изображением дракончиков. А здесь комплект постельного белья. Есть вот такие подушечки. Ой, не достану. Вот, посмотрите, есть такие подушечки.
Ух ты, какая кукла Барби. С велосипедом 499 рублей. Замечательная куколка. А есть маленькие вот такие куколки. Праздничный набор. Праздничный набор — это серия конвертов, в которых ты найдешь развлекательные головоломки, загадки, наклейки, раскраски. Есть к 8 марта вот такие праздничные наборы. Это серия конвертов, в которых ты найдешь увлекательные головоломки, загадки, наклейки, раскраски. Такое развлечение. А это любимые бабушки. Очень длинная открытка. Раскраска и поздравления. Тоже 99 рублей. По 130 рублей есть вот такие ароматизаторы воздуха. С такими смешными рисунками, интересными. Хочу показать, вот появился новый дизайн. Такое оформление крема Нивея. Крем универсальный, увлажняющий. 119 рублей стоит. 75 миллилитров. Вот еще такой рисуночек есть. Здесь они разные. Здесь рисуночки. Ну и большая баночка стоит 179. У него такой замечательный запах вот у этого крема. Вот советую всем такой крем. Зимой особенно необходимо увлажнять кожу. А еще есть Магнит Косметик вот такие шапочки на девочек симпатичные. По 102 рубля всего лишь. На тепленькая. С подкладом таким махровым. Симпатичные шапочки. Вот такие мужские с подкладом. 171 рубль. Ой, вот в набор тоже можно взять вот такие варежки розовенькие. Перчатки женские по 161. Натуральная кожа 357 рублей перчатки. Вот по 357 из натуральной кожи перчатки. А здесь вот искусственное видно сразу. Скатерти для детского праздника по 99 рублей. Так, размер. Не вижу здесь какой размер. 137 на 260 сантиметров. А эта скатерть 137 на 183 сантиметра. Вот такие вот в горошек. Есть вот такие вот нежные цвета. Голубенькие, зелененькие, красненькие. И вот здесь вот по 199 серия Disney. Чудесные вот эти вот красивые скатерти. А еще есть хлопушка по 279 рублей. Вот такая для праздника. Такая новиночка появилась. Магнит Косметик. Крем-парфюм для рук с персиком. 149 рублей. Пенка-праймер для умывания. Для легкой и мечтательной. Удаляет макияж, очищает, матирует. И пилинг-скатка для лица. Вот. Сегодня это по 149 рублей, но завтра 15-го будет дешевле. Будет скидочка 20% на весь товар. А еще хочу показать сегодняшнюю
празднику, ко дню, сегодняшнему празднику, ко дню влюбленных. Здесь есть такой товар замечательный, такие сердечки, которые можно вот поиграться. Вот эти пайетки меняют рисунок. Цвет приятный такой розовый и такой синенький по 399 рублей. Кружки по 159 рублей упакованные чудесным образом. Вот такие свечи по 70 рублей с розами. Так, вот такие вот декоративные вазочки с цветами. И мягкие игрушки. А вот эти цветочки декоративные в вазе по 139 рублей. Кстати, розы есть еще вот такого нежно-сиреневого оттенка.